Итак, друзья, всем привет, Александр. У нас тут уже какой предпоследний день в этом, как его, в Арабских Эмиратах. Мы с утра идем уже на море. Вот, как-то так, друзья. Сегодня планируем уже все, что хотели, посетили. Все, что хотели посетить, закрыто, потому что не сезон. Соответственно, сегодня мы поедем, скорее всего, на золотой рынок, рынок золота, так называемый. Возможно, еще попадем на Икею, может, что-то там тоже посмотрим. Вот, как-то так. Что сказать еще? Ну, в общем, погода нормальная, так же, как и вчера. Жара уже в 9 утра. Вот, как-то так. Как обычно, идем на переход наш к морю, на надземный переход. И пойдем поплаваем. Что вам еще сказать? Да, особо ничего, нечего сказать. Сгорели плечи у меня немного. Уже облазит кожа. Вот. Так, в принципе, все нормально. Ладно, друзья, будем отдыхать дальше. Куда? Делать. Ну, вот мы обычно идем по вот этой дорожке и обычно заходим в магазин охладиться, да? Продовольственный. И тут постоянно настолько сильно дают кондиционеры, что мы аж простудились. Оба. Вот, как-то так. Супермаркет, видите, там вдалеке. Супермаркет вдалеке. Пойдем заходить? Пойдем? Зайдем. Зайдем все-таки тоже охладиться еще в супермаркет. Ну давай. А? Не в этот? Не в этот, а в другой? Ну давай другой, хорошо. Короче, в этот супермаркет мы не будем заходить. Будем заходить в следующий. Там еще один есть чуть дальше. Вот, короче, я так понимаю, что вот это какое-то жилье, да, вот это вот дома. Вот здесь. И вот какие-то частные дома тут. Жилье тут. Ну вот. А тут какая-то шаурменная или типа такого, да? Вот это. Индийская. Т плюс называется. Короче, как-то так, как-то так. Магазин тут какие-то закрыты, вот весь, вообще ничего нет. А тут трехэтажный жилой дом, я так понимаю, да? Тут какая-то такая аллейка с деревьями, которые, скорее всего, поливают. Не знаю даже, что тут делают, что выращивают. Может, какой-то тоже частный дом, да? Красивые эти пальмы, да, маленькие такие. А тут какая-то, не знаете, пустота такая какая-то, так как была тут пустыня, так она тут и осталась. Ничего не построили даже, да? А вот и магазин, который мы хотим зайти, он называется как он называется, а? Супермаркет просто. Яла Маркет называется он. Вот мы сейчас зайдем сюда, охладимся чуть-чуть. Может, что-то купим, нет? Но тут такой дороговатый магазин, да? Тут холодно очень. Как будто зашел зимой куда-то. В зиму. Вот просто батончик один кокос и стоит 6,75. Ну это просто трэш. Вот такой 13.
хлебцы гречневые. Хлебцы гречневые. 12 рублей. 12 дирхамов. Короче, капец. Дорого, дорого, да? Тут магазин подешевле, мне кажется, да? Блин, ролтон 2,75. Ну это вообще. Короче, капец. Это что? Что там по чуть-чуть? Что-то не понимаю, что за канал. Это испанская паста. Вот что, сыр вот. Вот сыр. Так это вообще никакой неизвестный нам, да? Всем, да? Брест-литовский сыр. Творог. Савушкин. И знаете, сколько он стоит? Не знаю, сколько он стоит. Творог, видите, все стандартно, как у нас прям. Ничего не поменялось, а? Что проходила, типа, посвящение. Сметана брест-литовская, видите. Давали всякие там звезды Мишлена, тут в Дубае в мае. И наши продукты, по-моему, Савушкин продукт, творожные какие-то сыры. Или что-то, они там получили какое-то количество звезд. Самое минимальное, да? Или максимальное, Аня? Ты же знаешь информацию. Вот клубника. How much? Неизвестно. Напиточки. Такие вот всякие японские, китайские. А, пойдем дальше. Пойдем дальше, нет? Да. За мило. Это кокосовое масло, что ли? Короче, мы пойдем. Мы уже пойдем дальше. Мы продолжаем идти. Идем уже возле мечети Джумейра. Вот она там. Вчера так ночью мы шли, ну как ночью, вечером, с остановки там автобусной, и она очень так красиво подсвечивалась. Вот, там такая оказалась величественная, ну она в принципе очень красиво выглядит. Вот, как-то так, идем дальше, самолеты летают, а, вертолет. Идем дальше, Ань, идет. Машин как-то тут нету вообще, ага, парковки. Нам вот туда переходить дорогу и дальше идти на пляж. А дальше там ближе подключусь к пляжу, так что увидимся там уже ближе к пляжу. Вот тут везде вот такие находятся боксы с кнопочкой, где нажимаешь и надо ждать, пока загорится светофор красный на зеленый, вот. И каждый раз, когда подходишь к светофору, нужно нажимать вот на кнопочку, чтобы перейти дорогу. Вот, как-то так, вот, как-то так. Каждый раз нажимаем. Кстати, в том магазине Spinays мы тоже были, он довольно-таки очень дорогой, там цены в 4, может, или в 5 раз дороже, чем в таком обычном стандартном каком-нибудь магазинчике. Вот, как-то так. Ладно, мы переходим дорогу, дальше будет подключусь на пляж. А вот финиковые деревья, где мы сорвали финик. Он, короче, очень такой не очень. Вот тут зеленый еще, а там уже красный. Но они не очень такие прям вкусные пока. Не созревшие еще. Вот. Как-то так. И там дальше уже начинается пляж. Мы так поняли, что тут вот какой-то частный район. Такой, типа таунхаусы тут. Такие разные, да. То есть гараж, второй этаж, два этажа. Ну, многоквартирные такие частные дома. В одном стиле сделаны. Возле море как бы находится относительно близко. Ну вот такой там дворик, видите,
такие домишки, я не знаю, какое-то эвкалиптовое дерево, да? А что это? Короче, непонятно. Вот уже пляж начинается. Ну, пляжная территория, вот мы дорогу переходим сейчас. И уже тут вот пляж Ла-Мэр написано, видите, да? Можем пройти, конечно, туда вот так вот прямо. Да мы пойдем в ту сторону. По диагонали, как говорится. Ближе к морю. Ла-Мэр. Тут это считается северный Ла-Мэр. Он длится, по-моему, туда очень далеко. Не знаю, 2 км, наверное, длина пляжа. Мы были на северном Ла-Мэре, на среднем Ла-Мэре, да? Вот, как-то так. Но тут на самом деле очень мало людей сейчас. Потому что, во-первых, очень сильное солнце. Во-вторых, не сезон. Соответственно, половина всех заведений закрыта. Вот. Smart Police Station. Полиция? Полиция, типа, да? Вот, как-то так. Мы идем дальше, идем. Но самое интересное, что еще есть отдельный въезд на машине. Есть парковка подземная, да, то есть ты... В принципе, вон там, видите, эскалатор есть с подземной парковки. То есть ты приезжаешь на пляж, припарковался на подземной парковочке. Машина твоя не горит, не греется, да, там на улице где-то. Ты вышел спокойненько, зашел, попил кофеечка в кафешку, да, и пошел спокойненько, поплавал в море. Но при таком солнце это как бы... Не совсем интересно и прикольно, потому что реально очень жарко, очень печет солнце. Как-то так. Вот, поэтому рекомендую сюда, конечно же, можете приезжать, конечно, и в нашу природу, как бы, да, нашу погоду, ну, месяц, июнь, июль, там, август. А можете приезжать раньше, там, май, там, апрель, март, когда тут меньше жарит, парит и так далее. Тогда тут сезон, тогда тут очень много людей, я так думаю. Соответственно, люди тут более охотно отдыхают на улице в такое время, дневное. Вот, соответственно, мы уже подвигаемся дальше. Тут есть, конечно же, раздевалочки всякие своеобразные. Всякие разнообразные тут заведения. Все тут за всем этим ухаживают. Вот видите, растения бы без полива искусственного, они бы все завяли бы. Но они не завяли, потому что их постоянно поливают, друзья. Вот, как-то так. Их тут пляж на самом деле бесплатный, но тут сотрудников хватает, которые за ним следят. Вот. Как-то так. Вот мы уже подходим к морю поближе. Через 2 дня я не смогу поплавать в море. Соответственно, мы будем наслаждаться уже последними крайними денечками на Персидском Арабском заливе. Вот. Пойдем найдем себе сейчас место, тенечки, и пойдем плавать в прекрасном море. Вот, как-то так. Ладно, подключусь, может, уже дальше. Где-нибудь уже, может, в воде, когда буду. Thank you.
Живот. Друзья, уже тут садится батарея. Всем хочу пожелать успехов, купаться в море почаще, сколько вы можете, в принципе, в жизни там покупаться, понырять. Всем успехов, удачи, процветания. Увидимся в новых видео. Пока.